1 октября – Международный день пожилых людей. Эту дату чтят во всех странах мира. В рамках праздника принято окружать заботой и вниманием людей старшего поколения. Это не случайно, ведь уважение к ним – долг каждого воспитанного гражданина. Только в областном центре проживает более 50 тысяч престарелых актюбинцев, достигнувших 60-летнего возраста, и старше. В праздничный день заместитель акима области Бобул Елюсинова и аким города Схатшахаров поздравили старшее поколение и вручили им ценные подарки. Позвольте поздравить вас от имени акима Актюбинской области Ондасына Сейиловича Уразалина с праздником. Уважать и всячески оказывать поддержку людям, внесшим свой вклад в развитие нашего региона, пожилым гражданам – это долг каждого из нас. Желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни ветеранам Второй мировой войны, ветеранам труда и всем представителям старшего поколения. Здесь в основном собрались люди, которые для Актюбинской области – трудные 90-е годы во время становления нашего молодого Казахстана проявили выдержку, стабильность, единство. И благодаря этому мы приближаемся к большой дате 30-летию нашей независимости. Я хочу сегодня еще раз всех поздравить с этим большим праздником. Самое главное, всем крепкого здоровья. Я знаю, что душа у них всех молодая, чтобы они жили и помогали нашим подрастающим поколениям своим опытом, своими знаниями. Участвовали в общественной жизни нашей области.